Прежде чем объявить следующего члена жюри, я должен просто приосаниться, по-другому не получится. Внимание, зал, ладони на изготовку, пожалуйста. Выступает совершенно заслуженно заслуженная артистка Татарстана, великолепная Юлия Зиганшина. Добрый вечер. Спасибо большое за такое представление. В том-то и сложность артиста, что на вечно заслуженный быть нельзя. Надо каждый раз выходить и заслуживать заново и заново. Я очень благодарна организаторам фестиваля. Я благодарна всем конкурсантам, которые сегодня радовали нас и на мастерских, и на этой сцене. Это было так здорово, это было так по-настоящему, это было так глубоко. Каждая личность, каждый состоявшийся музыкант или идущий к этому человек, это просто замечательно. Я в таком подъеме, несмотря на усталость, сегодня был такой бурный день, но все-таки я очень рада за Обнинск, за то, что у вас есть такой фестиваль. Не везде есть такие фестивали далеко. Я поздравляю Обнинск город с прекрасным фестивалем. Я поздравляю всех, кто приехал сюда, всех организаторов, потому что праздник удался. Спасибо огромное. Мне хочется исполнить песню канадского барда Леонарда Коэна в русском переводе Алексея Гамаскова, песня «Аллилуйя». Гитару можно высоких поменьше? И чуть потише. В прозрачном небе звучал хорал, Давид играл, Господь внимал, и оба торжествуя. Все было так, услышь, очнись, полтоном вниз, и сразу ввысь, блаженный царь, слагать «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Но вышла дева из пенных вод, и через миг сам лев от поцелуя. Ты свергнут мелкий мир обид, твой трон разбит и лоб обрит.